Спортсмены из Чувашии прибыли в Олимпийский Токио. Владислав Полешов и Елена Герасимова – гимнасты и мастера спорта международного класса. Для 17-летней Елены предстоящие игры будут дебютными. А вот для Владислава это уже вторая Олимпиада. Соревнования в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Игры должны были пройти в японской столице еще в 2020, но из-за пандемии было принято решение перенести их на этот год. Специально нашему телеканалу Владислав Полешов рассказал, как проходят их тренировочные дни в самом сердце Олимпийского Токио. Всем привет, мы уже находимся в Токио. 9-часовой перелет дался неплохо. Сегодня мы уже потренировались. Снаряды и обстановка в зале очень даже достойная. Ждите дальнейших развитий.